Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Tapping Mania. Здесь как раз сейчас идет ивент X3 Taps. Так что, думаю, этот скрипт вам еще больше поможет прокачаться, если вы только начали играть. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Ссылочка будет в описании. Буду использовать re-exploit. Для того, чтобы нам заинжектиться, нажимаем вот на этот шприц. Ждем немножечко, пока он прогрузится. Так, ждем, пока здесь будет написано Line. Это значит, уже можно активировать скрипт. Так, ждем. Все отлично. Теперь вставляем вот сюда скрипт из описания и нажимаем Xcode. Так, все, вот он, скрипт появился, как видите. Тут только три функции. Вот, ну, в принципе, я думаю, больше и не надо. Первая функция — это автоклик. Ну, в принципе, всем известно, я так понимаю. То есть за вас будет автоматически кликать. А, скорее всего, если вы включите эту функцию, также включите автокликер, то, скорее всего, вы в два раза больше будете кликать. Но не факт, я не проверял. В принципе, если хотите, можете проверить. Так, следующая функция — это у нас фарм гемов. Включаем. Ну, как видите, все работает. И, кстати, довольно быстро собирает. Прям реально очень быстро. Как видите, эти числа даже можно... Даже я не успеваю посчитать то, что они вместе сходятся. И получается, третья функция — это у нас автореберст. Так, сейчас у меня... Где я тут? 52 миллиона реберстов. Ну и 400 тысяч в придачу. Давайте, я думаю, сделаем 10 тысяч реберстов. Так, все, включаем. Как видите, у меня... Тапы снялись, то есть клики. Давайте посмотрим. Да, и реверство сделался. Как видите, у меня было 52 миллиона, сейчас 62 миллиона стало. Скрипт полностью рабочий, так что можете пользоваться на здоровье. Также, если вас тут не устраивает автореверст, вы можете вот здесь вот делать реверст. В принципе, разницы нету. Давайте посмотрим, на какую локацию у меня хватит. А, у меня же питомцы есть, точно, я совсем забыл. Давайте оденем питомцев и купим какую-нибудь новую локацию. Так, все готово, одели. Эти питомцы я получил, если что, с хэллоуинского яйца. Вот, сейчас вроде бы как ивент закончился хэллоуинский, и их нельзя будет больше получить. Так, ну, слушайте, у меня вот эта локация уже куплена. Дальше, мне кажется, ни на какую меня пока не хватает. Я так понимаю. Давайте, в принципе, тогда зайдем сюда. Откроем с вами одно яйцо. Посмотрим здесь статистики питомцев. Мне кажется, все-таки они хуже будут, чем вот эти. Так, давайте глянем. Сколько оно стоит? 25 Т. Окей, открываем. Так, комонг, скорее всего, да? Так, вроде комонка, ну-ка. А, нет, не комонка. 13%. Прикольно. Так, и, ну, по статистикам, конечно же, хуже. Конечно, не намного, но похуже. Так, и давайте тогда тпхнемся на начальную локацию. Посмотрим, может быть, мне все-таки хватит сейчас на другой телепорт. Так, прыгаем. Ой, перепрыгнул. Так, почти, слушайте, хватило. Здесь у нас что? Здесь реберст шоп. Ага, здесь можно прокачиваться за гемы. Слушайте, круто. Так, давайте вот это вот купим. Давайте максимум прокачаем. Это получается быстрые клики. Отлично, прокачали на максимум. Давайте также спид прокачаем. Я думаю, он тоже пригодится. Потом jump power, прыжок. Так, у меня, походу, сейчас вылетит. Да, у меня вылетело. Окей, давайте я сейчас тогда перезайду. И мы с вами продолжим. Итак, я перезашел. А, как видите, скорость у меня намного быстрее стала. До этого я намного медленнее бегал. И прыжок вроде побольше. Так, давайте все-таки на максимум его прокачаем. Так, ну я так понимаю, долго буду кликать, хотя не факт. Прибавляется довольно быстро. Да, давайте-то кликаем быстренько.
Я, в принципе, надеюсь, что у меня хватит гемов, по крайней мере. Так. Ну, уже наполовину дошли. Так, соточка. Отлично. Еще чуть-чуть. И... Так, 133. Все, отлично. Мы прокачались. До максимума. Так, также авторебёрст какой-то. Я так понимаю, у меня сейчас все обнулится, скорее всего. Либо же нет. А, смотрите, здесь есть автокликер. Давайте купим. И получается, я думаю, он за меня будет кликать, да? Да. Оказывается, все-таки скрипт не очень полезный в этом режиме. Но единственное, что он полезный, это на гемы. То есть, заработаете гемы и прокачаете себе все, получается, фишечки. Так, давайте здесь тоже прокачаем. Это одевание питомцев. Сколько я могу одевать? 10. Угу. Так, давайте уйдем с этого магазина пока что. Так, давайте надеваем пока питомцев. Самых топовых, которые у меня есть. Так, ну здесь маленькое умножение, ну давайте оденем, в принципе. Так, ну тут уже маленькое умножение. Включим автоклики. Так. Так, это инвентарь, я так понимаю, у нас. Окей, ну давайте купим вот этот вот автореберст. А, я так понимаю, теперь мы можем делать автоматические реберсты, да? Да, отлично. Тут надо выбрать, получается, сколько буду делать реберстов. Так, окей, давайте вот это выберем. А, нет, у меня настолько не хватает. Окей, так. Давайте на 43. Так, ну все, на это хватает, получается, у нас. Конечно, мы немного долго подкапливаем, но ничего страшного. Так, давайте все-таки купим ту локацию, которую я хотел. Давайте идем сюда. Здесь у нас также больше умножения идет. Так, давайте пока отключим, чтобы накопить. Также давайте, в принципе, еще откроем. Сколько у меня еще места там осталось? Ага, 4 места. Давайте 4 раза откроем вот это яйцо. Надеемся, конечно же, на хороших питомцев. Так, ну это, я так понимаю, уже комонка выпала. Вроде бы когда, если не ошибаюсь. Они между собой просто похожи, питомцы. Так, ну вот это точно у нас самый первый. А, нет. Это, получается, второй от первого. Вот это первый уже. Окей, ну и последний раз. Сейчас их одеваем. Идем покупаем новый телепорт. Так, какие у них умножения? Ну, слушайте, в принципе, довольно неплохие. Отлично. Одеваем. Давайте тогда еще одного купим. Заменим еще одного. Так, все, тебе можно идти открывать другой телепорт. О, отлично. Еще такой же выпал. А, гидра топовая по характеристикам. Так, вот этого снимаем. И одеваем гидру. Все отлично. Все, погнали. Так, прыжок. Покупаем, значит, этот телепорт. Ага, здесь у нас уже x70 почти умножение. А на том телепорте у нас было x30. Так, тут 100 триллионов всего лишь стоит. Что-то дешево. Окей, давайте купим. Что у нас по статам сейчас будет? Давайте также глянем. Ага, это второй после комонки идет. Так, ну по статам, конечно же, получше. Так, ну давайте вот этого снимем. Оденем этого. И я думаю, на этом будем заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. А также скрипт будет в описании, можете использовать. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.